Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ну что ж, всем доброго утра. 10:03 в Москве. С вами телерадиоканал «Страна-ФМ». И по-прежнему здесь и улыбается, и танцует, и поет, и комплименты раздает Никита Некрасов. И Юлия Егорова, которая так красиво, как спел Валерий Меладзе, зашла в эфир телерадиоканала «Страна-ФМ». Да и сама такая, ого-го! Включайте быстрее 742-ю кнопку на триколоре, либо же любое приложение для ваших мобильных телефонов. Ну и, конечно же, на сайте страна.фм есть раздел телевидения, в котором вы тоже можете увидеть нас, Никиту Некрасову, Юлию Егорову. Но помимо этого вы сможете увидеть рекорды страны. Да, и так мы подходим к самому главному. Телерадиоканал «Страна-ФМ» и «Книга рекордов России» представляют проект «Рекорды страны», как уже сказал Некрасов. В общем, в этом часе мы будем рассказывать вам про самые свежие, яркие и крутые рекорды, которые установили на днях наши соотечественники. И при этом не просто расскажем, но и покажем. Поэтому вот, смотрите и слушайте, это будет очень интересно. Да, друзья, кроме того, в рубрике «Рекорды страны» вас ждут самые крутые рекорды прошлых лет. Конечно же, естественно, мы о них расскажем. Анонс предстоящих рекордов, которые состоятся в нашей стране и которые готова уже зафиксировать книга рекордов страны. Ну и, конечно же, викторина. Викторина, мы вам зададим вопрос, и у вас будет уникальная возможность выиграть суперприз. Это кепка от телерадиоканала «Страна-ФМ», которой ни у кого нет, которая будет только у вас. Поэтому подключайтесь, оставайтесь с нами и участвуйте в нашей викторине. Ну, еще очень важная информация. Друзья, вот если вы прямо сейчас чувствуете в себе потенциал и готовность установить какой-то рекорд, вот прям созрели уже, вы можете это сделать. Для этого заходите очень на сайт. Очень все созрели на носу, конечно, естественно. Книга рекордов России.ру. Оставляйте заявку там, ну и ждите ответа. Обязательное условие регистрации — наличие российского гражданства. Кто знает, может быть, именно вы станете героем нашей следующей рубрики, и мы будем про вас рассказывать, и мы будем вас показывать. Я вот думаю, что я прямо сейчас пойду на сайт книгарекордовроссии.ру, заполню заявочку, российское гражданство у меня есть, и я заполню заявку на рекорд позитивные ведущие телерадиоканала «Страна-ФМ», стартующие в 7 утра, самые прекрасные соведущие Юлии Егоровой. И меня с собой, что ли, приключишь? Естественно, как же, нам надо только вдвоем держаться. Мне на голове стоять не надо будет, а? Надо будет стоять здесь, в студии телерадиоканала «Страна-ФМ», улыбаться так же очаровательно, как ты это делаешь. Ну и я думаю, что при таких раскладах победа будет у нас в кармане. Слушай, давай участвовать реально. Да, все, открываем сайт. А вы, друзья, оставайтесь с нами. Скоро все самое интересное. Книга рекордов страны прямо сейчас. Да. Прямо сейчас у нас в эфире наша постоянная понедельничная суперрекордная рубрика «Рекорды страны». В ней мы рассказываем о рекордах, которые совершили наши соотечественники, которые уже были зафиксированы недавно. Ну и расскажем о том, что было давно зафиксировано, ну и о том, что будет зафиксировано. Вообще у нас сейчас такой рекорд. В общем, 22 июля в парке Сокольники был установлен всероссийский рекорд. Наибольшее количество участников игры, знаете во что, друзья, в классике. Да, и мы этот рекорд здесь, на телерадиоканале «Страна-ФМ», было дело, анонсировали, приглашали всех в парк «Сокольники» поучаствовать. Самое главное, что этот рекорд был зафиксирован в рамках чемпионата России по классикам. Есть, оказывается, даже такой. Кстати, интересно было бы поучаствовать. Игра проходила в разные этапы, но не одновременно. И всего в этом чемпионате приняло участие 307 человек. Да, 307 человек. И это, конечно же, благодаря тому, что слушатели и зрители телерадиоканала «Страна-ФМ» присоединились таки к этому рекорду. Ну что ж, давайте посмотрим ролик. О-хо-хо. Так. Рекорды страны на телерадиоканале «Страна-ФМ». Итак, мы видим, нарисованы классики, как в школе. Прыгают люди в красных шортиках. Слушай, да, реально маленькие такие классики. Здорово. Небольшие, так. Вот все как в детстве. Да, было, кстати, 4 этапа отборочных состязаний. И затем финалисты соревновались на более сложном 3D-уровне. Вот мне сложно представить, что такое 3D-уровень игры в классике. У меня тоже. Победителям вручили кубки, фирменные призы. Вот, смотри, даже детки там участвуют, прыгают. Здорово как. Молодцы какие. Рекорды страны.
на телерадиоканале «Страна FM». Ну и вот, собственно, посмотрели мы ролик, очень интересно, и я думаю, что все люди, кто не принял участие в этом рекорде, те, конечно же, глядя на эти кадры, сильно пожалели. Да, вообще организатор вот этого чемпионата, классического, можно сказать, да? Классического чемпионата по классике. Говорят, что лето — это идеальное время для этой игры, потому что это же не только там речки, пляж, велосипед, да. А классики — это и прикольно, и спортивной, можно и похудеть, и в форме себя держать, правильно? И тем более это доступно. Конечно. Что для этого нужно? Мелок, да. Асфальт, да. Ну, в идеале ноги. Еще пара. Ноги. Да. Ну, друзья, конечно же, любой рекорд можно побить. Что же необходимо для того, чтобы этот рекорд побить? Ну, не обязательно приходить в Сокольники, друзья. Уже не обязательно. Но важно. Что важно? Важно, чтобы в классике сыграло 308 участников на одного человека больше, чем в установленном рекорде. Было 307. Конечно. 308. Да, друзья, еще очень много интересных рекордов, которые совершены с нашими соотечественниками. Очень скоро. Оставайтесь с нами. Ну что ж, мы продолжаем знакомить вас с самыми свежими зафиксированными рекордами нашей страны. И вот 28 июля в городе Осинники Кемеровской области прошел потрясающий фестиваль. Он называется «Арт Вишня». Ох, какое вкусное название. Да, а какой вкусный кулинарный рекорд там был зафиксирован. В общем, там местные мастера испекли самый большой вишневый пирог в истории нашей страны. Ничего себе. Его вес составил 419 килограммов, 100 граммов. Друзья, и эти 419 килограммов, 100 граммов, знаете, какого размера были? 2,57 на 12,7 метров. Вот такой вот гигант. Давайте же смотреть. Да, давайте смотреть. Как, что это за пирог такой? Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна FM». Ой, как красиво все. Пирогом так. Пока не пахнет. Девочки танцуют. Ну, девчонок красивых много. А я добавлю, что вот этот фестиваль «Арт Вишня» продвигает город Осинники как инвестиционную площадку. Вот. Пирог! Мы уже пирог! Видим. Пирог! Мы видим уже, как раздают этот пирог. Красивые девочки режут на кусочки его. Ну, покажите нам начиночку покрупнее. Ой, сколько людей. Слушай, пришли, ну накормили пробовать. Весь город. Да, мне кажется, Осинники не такой большой город. Да всю Кемеровскую область накормили. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна FM». Я, кстати, себе хочу сказать, что я, конечно же, не был в городе Осинники, но Кемеровская область, она вся очень талантливая, очень. Я не удивлен, что этот рекорд установлен был именно там, именно в Кемеровской области. У меня была масса детишек во времена, когда я работал вожатым в детских летних лагерях, и они были из Кемеровской области. И какое же количество талантов там. Ну, просто... Ну, знаешь, что я могу сказать? Значит, абсолютно не зря на фиксации этого рекорда присутствовал главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко, который вручил, собственно, победителям призы да. и сертификаты. Да, и у всех, как мы увидели уже в ролике, была возможность попробовать этот торт. Ну, а если вы хотите перебить этот рекорд, пожалуйста, испеките пирожочек на 4 килограмма 100 граммов больше, чем был испечен в Осинниках Кемеровской области. Может, попробовать? Давай, давай, пойдем печь. Доброе утро! Желает вам Юлия Егорова и Никита Некрасов. Ну и, конечно, телерадиоканал «Страна FM» и книга рекордов России продолжают знакомить вас с рекордами, установленными в нашей стране. Итак, 31 июля в Санкт-Петербурге на площади перед Манежем в день военно-морского флота России участники необычного флешмоба собрали гигантский пазл в виде карты национальной платежной системы «Мир», тем самым установив новый национальный рекорд. Да, карта сложилась размером 24 на 15 метров. Это, если вспомнить школьные вычисления, очень много. Между прочим, 360 квадратных метров. Если взять стандартную пластиковую карту, то на данной площади в 360 квадратных метров поместится более, внимание, 78 тысяч пластиковых карточек. Не могу себе такого представить. Ну, чтобы ты смогла это представить, давай посмотрим ролик. Давай. Давай, смотрим. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна FM».
Так, вот мы смотрим на участников флешмоба. Ого, ничего себе, это вот это им такие части выдавали, здоровенные, всего, огромные. Всего вот этих вот фрагментов было 120 штук, фрагментов, из которых сложился пазл. И ты видишь, что они настолько тяжелые, что участники их держат... по несколько человек держат. Один кусочек, несколько человек. Да. Вот, мы видим, как награждают участников акции за победу в этом рекорде, вернее, за взятие этого рекорда. Прекрасно, красивая картинка. Улыбается. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ну, надо сказать, что этот рекорд было установить непросто. Тут нужна была и физическая сила, конечно, тут нужно было и думать, да, потому что, ну, как бы ориентироваться в пространстве, укладывая все эти части. Но реально получилось очень клево. Надо отметить, что ко дню военно-морского флота на Дворцовой площади выступили хор турецкого. Я смотрел. Ты смотрел? Конечно. Да, тогда ты видел и группу «Сопрано», и группу «Сопрано» видел, и хор турецкого. Замечательно пели, голосистые. Да, и при поддержке Сбербанка вход был платным для всех горожан и гостей столицы. Да. А теперь у нас с тобой очень сложная задача, Никита. Нам надо посчитать, что нужно сделать, чтобы побить этот рекорд. А я уже посчитал. Да я ладно. Же плохо учился по математике, у меня троечок в школе, но все равно считать я не разучился. Давай, друзья, рассказывай. 78 тысяч, значит, карт помещается на данной площади в 360 квадратных метров. И для того, чтобы побить этот рекорд, надо с такой площади собрать карту, чтобы поместилось на 7800 пластиковых карт больше. Мама миа, это очень сложно. У нас супер волшебный телерадиоканал «Страна ФМ». И даже в понедельник Дмитрий Колдун призывает всех начинать уже мечтать о пятнице, друзья. Ну, правильно делает. А мы, как и обещали, у нас, конечно же, в этом часе, помимо рассказа о последних рекордах, которые были установлены в нашей стране, викторина! Мы продолжаем с Некрасовым раздаривать подарочки. Да, если кто-то хочет получить сейчас... Что? Да, кепочку. Тут должен внимание. Правильно ответить вот на какой вопрос. Денис Цыпленков из Москвы является обладателем самых больших бицепсов в нашей стране. Каков обхват его бицепса? Итак, три варианта ответов. 49 сантиметров, 56 сантиметров, либо 62 сантиметра. Мужик. Смотрите, 49, 56, 62. Свои ответы присылайте нам по номеру 8-909-928-189. Это WhatsApp, Viber, SMS. Восьмой правильно ответивший на этот вопрос. Вопрос как раз-таки получит от нас. Давай еще разочек вопрос. Вопрос еще раз. Денис Цыпленков из Москвы, обладатель самых здоровенных в нашей стране бицепсов. Вот, каков обхват его бицепса? Первый вариант ответа 49 сантиметров, второй вариант ответа 56 сантиметров и третий вариант ответа 62 сантиметра. Восьмой правильный ответивший на этот вопрос получит кепарик, супер кепарик от телерадиоканала «Страна ФМ». Кепарик, слово такое мода. Да, ну... Смотрите, что я узнала, друзья. А ты узнала что-то? Я узнала что-то. Я могу кое-что узнавать. Хорошо. Например, я узнала, какова длина самого длинного туннеля в нашей стране. Угу. Я знаю, где он находится. Ну-ка, это, давай, расскажи. Это Северомуйский туннель. Расположен он в республике Бурятия. И сейчас у тебя есть уникальная возможность объявить длину туннеля. 15343 метра. И строился он 26 лет. Был открыт в 2003 году. И я хочу сказать, что я вот каждый день езжу к себе домой через северо-западный туннель, который соединяется с живописным мостом, если знаете, где это. И каждый день перед въездом в туннель люди, которые, видимо, боятся, что там подземелье дракона или еще что-то. В общем, люди, страдающие клаустрофобией. Гномы, например. Гномы, я да, гномов разные. Боюсь. Вот. И представьте, вот в этом 15-тысячном туннеле, 15-тысячметровом туннеле, там, мне кажется, клаустрофобия может свести человек с ума. Но с другой стороны, как это круто, да? Северомуйск. 26 лет строили такой тоннель. Супер. А у меня есть еще маленькая. Да, еще одна маленькая. Новость. Мне кажется, да. Большая. В мае 2015 года было обнаружено самое большое куриное яйцо в нашей стране. Я считаю, что каждый уважающий себя человек должен знать про побить этот рекорд. Побить этот рекорд, да, у бабушки, например, найти яйцо больше. Вот смотри, размеры яйца рекордсмена внушительные. Высота 83 миллиметра, а диаметр 57 миллиметров. И его снесла курица, которая находилась в хозяйстве Сафонова Александра Николаевича. Живет этот потрясающий человек в селе
Киверича Тверской области. Представляешь, какой он массаж делает курочке, чтобы та сносила ему такие яички. Но это реально очень много. Смотри, высота 83 миллиметра. Это 8... При этом высота обычного куриного яйца, друзья, составляет всего 55 миллиметров. Откуда я это знаю, не спрашивай меня. Просто практически страусиное яйцо снесла курица. Ну, жалко, наверное, его было есть. Он, наверное, его как-то сохранил. Конечно, замариновал. Замариновал. Засолил. Закопал. Закопал. Друзья, скоро вернемся и назовем победителя викторины. Прекрасное видео и песня от Полины Гагариной, естественно, Егора Крида и диджея Смэша, команда 2018. Это трек, посвящен чемпионату мира 2018 года. Да, ну а мы ждем рекордов. Конечно, от нашей году. Сборной. Конечно. Не вылететь так быстро, как обычно это бывает. Ну а сейчас мы расскажем вам про рекорд, который уже был установлено. Кто из нас не радовался счастливым билетикам? Помните, были такие, кто-то даже ел эти билетики? Я их ел, Правда, билетики, что ли? Конечно. Вот эти с одинаковыми цифрами? Да, сумма должна была составлять 3 цифры и 3 цифры, одинаковая сумма этих 3 цифр. В нашей стране живут Сергей и Олег Яковлева. Так вот, они обладают самой большой коллекцией этих счастливых билетиков. Ах, они! Угу. Они их коллекционировали! Да, да, а я их ел! Так, может быть, я бы мог бы стать самым обладателем счастливых билетиков. Успокойся, Некрасов, ты бы в жизни не накопил 2055 счастливых билетиков. В Омске живут эти рекордсмены. А сейчас самое время рассказать вам, как зовут самую высокую женщину нашей страны. Как ее зовут? Екатерина Лисина, 87-го года рождения. Она из Лабинска, Краснодарского края. Ее рост, озвучь, пожалуйста. 205,7 сантиметра. То есть 2 метра 7 сантиметров. Очень круто. Да, здорово. Ну и мне кажется, нужно рассказать о самом усатом рекорде нашей страны. Так. В 2015 году он был зафиксирован, и тогда котенок по кличке Крепыш стал самым усатым котом России. Длина его усищ составила, на минуточку, 13,5 сантиметров. Можете себе представить? Нет, не могу. Да. Интересно, как он щекочет своего хозяина этими усами? У него есть, кстати, соперник, его зовут Мисси, он из Финляндии, это мейн-кун. Так вот, длина усов этой кошки 19 сантиметров. Так ну что, ладно. Крепыш, отращивай усы. Про кошек достаточно, давайте вернемся к нашей викторине. Мы вам задавали вопрос, Сергей Цыпленков, да? Да, Цыпленков обладает самыми крутыми бицепсами в нашей стране. Так вот, мы спрашивали у вас, каков объем его бицепсов. И я думаю, что можно сейчас назвать правильный. Конечно, уже можно назвать правильный ответ. 62 сантиметра. Вот это банка, сказали бы завистники, да. Это реально очень много. У тебя столько нет, Некрас? У меня, я не буду даже поднимать футболочку. Восьмым правильно ответившим на этот вопрос стал Антон. Последние 4 цифры номера 77-24. Мы вас поздравляем. Антоха, поздравляем. Антон является теперь счастливым обладателем КЭПИ от телерадиоканала «Страна ФМ». Поздравляем вас. Вам расскажут, как вы заберете свой приз. Ну что ж. Да. Друзья, если вы тоже хотите установить какой-нибудь рекорд, заходите на сайт книгарекордов.россии.ру, оставляйте заявку, ждите звонка, и, быть может, именно вы станете героем нашей следующей рубрики. Но обязательно вы должны быть счастливым обладателем российского гражданства. А также обязательно, чтобы быть в курсе всех рекордов, вы должны смотреть и слушать рубрику «Рекорды страны» каждый понедельник с 10 до 11 утра в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». На этом мы с вами прощаемся. Прощаемся. Пока-пока. Желаем всем отличного настроения и до завтра. Счастливо. Юлия Егорова, Никита Некрасов. Рекорды страны на телерадиоканале «Страна ФМ».